Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате American Magis Alice, Алиса American Magi. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прохождение и направляемся, я думаю, навстречу с Бармаглотом, потому что нам нужен его глаз, чтобы собрать посох Бармаглота, и тогда каким-то образом с его помощью мы сможем встретиться с Красной Королевой. Ну и переговорить с ней хорошенько. Мы с вами получили еще вот такую вот штуковину, часы. Мне интересно, что они делают. Давайте вот попробуем испытать их. Так. И все, да? То есть я на время остановил время. Странно это звучит, конечно, но... Подождите, а я не могу атаковать противников или как? А, нет, смотрите. Ух ты. Это я неплохо так прокачал нашу клюшку ракетную. Разорвало, что ли. Смотрите, как интересно получилось. Я того демоненка-чертенка бил, пока время было замершее. Но он не погибал просто потому, что он не мог. Он застывший был. Но когда время пошло опять, он получил все эти эффекты от ударов и погиб. Интересно работает. Так, стоп, а нам... нам наверх туда, наверное. По идее, больше некуда. Если будет это работать на боссах, то это будет очень даже хорошо. Ой, черт, не получилось. Алиса, прыгни, прыгни. Так, как бы мне туда залезть-то, а? Ай. Базовая атака, обычный удар, сильнее вроде как не стала. Только усиленная атака. Так, подождите, а мне? Куда мне надо? Мне сюда нужно спуститься или как? Там проход, что ли? Да нет, тут ничего нет. Куда мне? Стоп. Я заблудился. Хотя тут вроде как и негде заблудиться, но я умудрился. Тут же некуда просто идти. Как я мог тут заблудиться? А я смог. Кто-то другой не смог бы, а я смог. Но оттуда мы пришли. Учитывая, что здесь были противники, нам именно сюда нужно было выше подняться или могу я? Ну-ка, давайте повнимательнее осмотримся. Может быть, здесь я как-то повыше могу забраться. Куда-то я в любом случае не залезу. Стоп, а если... Вот тут вот. Ой, ты что такое? Thank you.
Так, вроде нормально. Там можно в демона превратиться, ну не то чтобы это было нужно, эти чертята, они и так не опасны. Куда ты полетел? Ну почему бы нет, давайте превратимся в демона, пробежимся демоном. Оставлять-то смысла нет на потом, в любом случае. Ой, какая жуткая ты. О! Да как по тебе попасть-то? Не знаю, как по тебе попасть даже в виде демона. Так, Алиса уже нормальная стала. Так, мне надо как-то... Ай, черт, он еще толкает! Ой-ой-ой-ой, вот этого я и боялся, он толкает! Ай. Вот это самое противное, когда противники именно толкают. Именно когда противники толкают тебя. Хуже всего. Ладно, приготовимся. Сдохни ты. Сохранимся. Все, здесь мы в безопасности. Да, пока что можно сохраниться. А, не толкай ты меня. Наконец-то. Нет, он еще живой. Все, уже не живой. У него голова отлетела, точно не живой. Стоп, как мне туда залезть? Или мне нужно как-то... Сюда, да нет, вроде... Вот так. Там еще эти звездочки усилиться. Хорошо, давайте усилим их. Только подождите. Ага, вижу. Вначале обезопасим себе путь как-то. Да куда ж ты? Да стой ты. На. Не застревай только.
стой, 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 стой. Очень-очень аккуратно нужно. Так, я туда вообще запрыгнуть смогу? Вот так. Вот так, хорошо. Никто меня не бьет, никто меня не толкает. Отлично. Что? Кто? Да чтоб ты был здоров, что происходит? Не знаю, просто так меня кто-то бьет невидимый или что? Что это было? Хорошо, что здесь лечилки по пути есть, потому что я не понимаю, может быть что-то вынырнуло там из лавы, но я ничего не видел. Может это тот товарищ? Да чтоб ты был здоров. Не долетает. Тихо, тихо, тихо. Так. Здесь сейчас нужно аккуратно. Стоп, а может быть лучше было вот туда вот запрыгнуть? А чё это я сюда запрыгнул? Попробуем отсюда. Есть. Ой-ой-ой. Что-то вас там многовато, слушайте. Что если я сделаю вот так вот? Еще раз. Да что такое? Не работает. Не понял. Почему не работает? Да бросай, бросай, шиш ты. Вот есть, наконец-то заработала. Вот, в этот раз получилось сразу. Ух ты, самый сильный пришел. А того достанешь? Вон того. Да запыльни в него просто чем-нибудь. Я он сам до него достал. Ну ладно. Ой! Что, что это было? Рыба какая-то или что? Там что-то плавает. Да я же спрятался. Ой, тихо, 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 Алиса, 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 так, подожди, иди сюда. Вот здесь сохранись. Так, как мне там... О, с тем разобрались уже хорошо. Туда не припрыгну, мне нужно по этой стороне. Так, вот здесь вроде рыбина не достанет до меня. Вот так вот. Теперь. Так, так. Эй! Да какого черта она меня притянула как-то, эта рыбина? Что это за жесть была? Как же я должен там... Твою дивизию. Фух. Так, здесь сохранимся. Тут нужно каждую секунду сохраняться. Натурально каждую секунду, иначе хана. Ой, как у меня... Туда теперь. Теперь туда быстро. Там тоже рыбина. Ой, плохо, ой, плохо. А я могу как-нибудь ее атаковать? Слушайте, может ее можно убить? Только что вроде наведение было на нее, но она исчезла теперь. Hmm.
Так, вот туда, вот и туда. Стой. Я стрельнул, но я так и не понял, попал я в рыбу, не попал я в рыбу. Ну, вроде ее тут нету. А нет, она там просто. Есть. По крайней мере, тех товарищей можно уже не бояться. Но страшнее всего вот эта рыбина. Пять. Шесть ударов. Еще не все, семь. Мне вообще куда? Мне вообще туда влево нужно. Дай твою ж дивизию, ну нажал же прыгать. Нажал прыжок. Да чтоб ты был здоров. Сейчас рыба выскочит, да? Да, чтоб ты был здоров. Алиса, что ты делаешь? Ты вообще нормальная? Ну-ка. А я что, ее... А, нет. Я думал, я ее отогнал вообще отсюда, может быть. Может быть, даже уже убил? Сохранюсь на всякий случай. Если я ее убил, тогда я сбегаю туда, подлечусь. Вот. Так, а мне как бы мне лучше? Сюда все-таки? Потом там он туда? Да, наверное, так и сделаем. Забавный факт. Насколько я помню, ну то есть как бы так сказать, насколько помню, я практически ничего не помню из того, что было, когда я играл в эту игру. Это было очень-очень давно. Я помню только впечатления. И вот, основываясь на этих впечатлениях, я не помню, чтобы мне было так сложно играть. То есть таких проблем с управлением. То есть это из-за того, что мы уже привыкли к современному управлению, удобному, на геймпадике. Размякли, скажем так. Из-за этого теперь так сложно. На, надеюсь, тебе больно. Возьми. Есть. Так, там можно бешенство подобрать, но не хочу я туда скакать. Я пока обратно проскакаю, я все его и потрачу. Ну, то есть время просто выйдет. Там рыбина. Это не рыбина, а может ящерица какая-то, но даже некогда рассматривать, если честно. Не до того. Эй, а те вообще убежали? Ну ладно, в принципе. Мне же легче.
зараза! Ой, закончилась мана. Исходит твое время. Промедлению нет прощения. Он говорит так, словно я сюда погулять пришла на каникулы. Дурак этот оракул. Взгляни в лицо тому, что пугает или ранит тебя. Оскорбление и ложь нельзя оставлять без ответа. Вы? Странное вы создание. Вы начинали мне нравиться. Нравлюсь я тебе или нет, но поверь мне, ты должна как можно скорее расправиться с Бармаглотом. Открой ворота и сразись с королевой. У меня нет последней части жезла, глаза Бармаглота. Как же с ним справиться? Не знаю, но ты должна это сделать. Ситуация критическая. Ну какой от вас толк? Говорите, что мне нужно сразиться с этой свирепой тварью, а я даже не знаю, моя ли это битва. Чья же еще, Алис? Только ты можешь спасти себя. Спасать себя? От смерти, что ли? По-вашему, я за этим сюда пришла? Я не боюсь смерти. Иногда я даже зову ее. Не смерти. Чего же? Жизнь страшнее, чем смерть? Я не дура. Не заставляйте меня считать дурой вас. Считай, что хочешь. Но знай одно. После пожара ты отказалась от своего мира, потому что не вынесла бремени утрат. Ответив кролику, ты начала выкарабкиваться из этой трагедии. Двигайся дальше, Алиса. Спасешь себя, спасешь и страну чудес. И всех нас. Теперь я начинаю понимать. Я разрушила этот мир. И только я могу исправить содеянное. Удачи, Алиса. Бармаглот ждет тебя. У тебя есть все шансы одержать победу. Твой союзник Грифон, а он самый сильный из нас. Так, подожди, тут... Это товарищ... Ждал, пока я освобожусь, чтобы добить его. На самом деле, ведь правильно, эта страна чудес находится в воображении Алисы. В стране чудес все было прекрасно, пока Алиса была счастливой маленькой девочкой, но произошло несчастье, произошел пожар, в котором погибли ее родители, и рассудок маленькой девочки помутнился, она попала в психушку, и, соответственно, это отразилось и на ее фантазии. Страна чудес из сказки превратилась вот в такой вот кошмар. Там, где была доброта, стала править жестокость и безумство. Это, подождите, это что, дом? А, это может быть... Алисе нужно вспомнить, что произошло тогда. Или нет, или это просто дом. Посмотрим сейчас. Так, а как здесь туда вниз, а потом как я заберусь туда? Да ты уж дивизию, мне бы сначала с этим справиться. Есть. Ой, тихо. Так или мне туда? Зависит от того, подождите, смогу ли я здесь залезть сейчас? Стоп, нет! Ой. Нужно еще чаще сохраняться.
Ну-ка, вроде как получилось у меня было сюда залезть. Вот. Потащить или вправо все-таки. Или влево, или вправо. А вот здесь я уже не залезу. Нет, тут точно уже нет. У меня такое ощущение, что вправо нужно. Ой, плохо, плохо. Ты не рыбина. Да твою ж дивизию, Алиса. Она сама соскальзывает. Не могу ее остановить. Она зацепилась где-то за краешек, и все. И ее прям как будто тащат магнитом уже. Туда, нужно быстрее. Туда. Стоп. Быстро проскакать. Ой, тут еще рыбина. Плохо. Не знаю, что это, но будем считать, что это рыба. Попал в нее? Нет. Конец нам. Лиса, да хватит тебе гореть. Подождите, а куда нам надо-то? Я ж туда... Стоп. Нам наверх. Быстро, 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 быстро. Здесь тебя рыбина не достанет. Подлечись, вот так. Сохранись. Фух. Давай. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Зацепилась, зацепилась. Уже хорошо. Так, а теперь нам... Вот сюда, по идее... Есть. Ку-ку. Да чтоб ты был здоров. Наконец-то попал. Вот теперь двигаемся дальше. Логово Бармаглота, между прочим. А он, наверное, опасен. Алиса, ты заставила меня ждать. Ты никогда не слышала о пунктуальности? Ты так похож на помощника нашего стоматолога. Ты всегда опаздываешь, верно? Часы растекаются между глупыми видениями и тщеславным бахвальством, и ни на что другое у тебя не остается времени. Больше ты ни на что не способен. Даже ругаться не умеешь. Наверное, твои родители надеялись, что ты придешь к ним. Возможно, они думали, что ты могла бы предупредить их об опасности. Ты ведь была рядом с источником пожара. Но ждали они напрасно. И погибли из-за тебя. Мы все спали. Это нелепая случайность. Я... Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес, пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. Родители наверху корчились в адских муках боли и ужаса. Нет! Хана тебе. Ой! Так, стоп, я хочу пробовать сделать так. И теперь... Ой, на него не действует вот это. Вот это вроде действует, но потратили мы все наши заряды магии. Будем в тебя ножик метать тогда.
Ай-яй. Это не сработает. Что-то он помощника призвал, плохо. Нет! Плохо, 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 плохо! Ну нет, ну почему противники толкают в этой игре? Это хуже всего. Когда толкают. Уйди, уйди! От меня. Сохраняемся. Что действует это? О, кажется, получилось. Скорее, Алиса! Бармаглотов жезл собран. Войска ждут. Все готово. Бармаглота я беру на себя. Ты наша защитница. Веди нас к победе на замок Червоной Королевы. Ты ему глаз выдрал, ну спасибо. Плато гусеницы. Жезл собран, а мы можем как-то его теперь... А вот это он! Ух ты! Ты! Штука мощная! О! Здрасте. Так, а пожалуй, тратить его не будем, потому что он сильно тратит нашу магию. Ой, твою дивизию ты меня напугал! Да, Алиса, ну чтоб ты была здорова! Ой, куда меня сейчас загрузить? Ёлки! А, загрузиться нажал, твою ж дивизию. Она загрузила мою... Мое сохранение. Да, черт, не смог подобрать там лечилку. Ой, опять будем бегать. Что поделать? Граница. Есть. А куда же мы сейчас пойдем? Прямо к Красной Королеве, а это куда? Так, не забыть, сейчас на меня тут чертенок побежит сразу. Где он тут? На, развлекайся. Мы сразу сохранимся. А
Алиса, прыгни. Во. Ой, тут еще один. И не один. И еще. Ну, давай уже. А, еще ты. Что-то вас многовато, слушайте. Все нормально, все безопасно. Все спокойно, никто не пытается меня убить. Так, мне не нужно с тобой поговорить, шалтай-болтай. Какой ты жуткий. Я думал, мне с тобой нужно поговорить, что ли? Какая-то подозрительная выемка в стене. Это ты оттуда свалился? Так стоп, а мне-то куда? Королевский лабиринт, может быть, туда? А твою ж дивизию опять вылазит. Ну ладно. Еще нет. 6 уже атак выдержал. 7, 8. Ёлки-палки. Я надеюсь, я ведь не могу прийти туда, где я уже был. По второму кругу что-то. Ой, тихо-тихо. Пройти. Стоп, карт давненько уже не встречал, значит, здесь мы не были. Да ничего себе! Как тебя убить-то, а? Можно было бы попробовать Бармаглотов жезл, но он атакует еще ж не сразу. Давайте проверим. Ой, это я что? Нет, это не то. Правая кнопка мыши, это какая-то, наверное, сильная атака, но потратим всю энергию. 4 секунды потратилось до того, как мы начали стрелять. 4 секунды мы заряжали выстрел. Не пойдет. Долго очень. Это на боссов только. Вот королеву, видимо, будем бить как раз этим жезлом. Так, слушай. На. О, слушайте, против карт вообще хорошо работает. Да вообще прекрасно против карт. Супер. Не знаю почему, но... Вот это прям как под них оружие. А, оно самонаводящееся, отошел в сторону. Оно на меня навелось. Так, ну хорошо, хорошо, нормально. Мы живы. Вот с тем как-то нужно разобраться. Нет, он высоко. Он не может эта штуковина до него просто добраться никак. Давайте жезл, что ли. Так еще и взрыв в конце.
Посмотрите на ту стену. Там лица прямо. Только Бармаглотов жезл может открыть эти ворота. Намек понял, нужно атаковать эту стену, да? Ладно. Никто не появился? У меня такое ощущение, что мы уже прямо к королеве, что ли, идем. Королевский лабиринт, страна червоной королевы. По вот этой карте не очень просто ориентироваться, сколько нам еще осталось проходить. Вроде такой большой кусок карты еще остался. Но может быть, что этот большой кусок карты на самом деле одна маленькая область. Просто так нарисовано. Непропорционально. Поэтому не сориентироваться. Так, лабиринт. Название меня пугает. А еще здесь подозрительно спокойно. Слишком тихо. О! Стёпорос, ты что вы? Тихо! Да, правильно, давайте друг друга поубивайте там. И все. Да, к сожалению, жезл 4 секунды заряжать, а так я бы уже его использовал бы все-таки. Потому что противники мощные. Так, там у нас бешенство. Если бы четко знать сейчас, куда нам нужно, взять его и сразу побежать. Ну-ка, давайте вначале разберемся. Да, вправо? Ой, так ты на. Или туда. Да черт его знает. Так, а вот сейчас я даже не знаю, то ли туда, то ли туда. Куда нам? Вот сюда, наверное. Ну давайте, давайте возьмем. Бешенство и побежали. Я не могу сюда войти, почему? Может быть, потому что бешенство у меня было, и я не мог сюда войти. Сейчас подлечимся, попробуем еще раз. А ну-ка. Нет, странно, я не могу сюда войти. А тогда мне... Тогда мне куда? Стоп, ну, допустим, тут шляпник.
Да вы что там, рожаетесь, что ли? Четвертый пришел. Нет, может быть, все-таки вниз как-то нужно, вот именно. Вот сюда и дальше. Да нет, это мы просто... Где-то я понял, где я вышел. По-моему. Ну да, вот здесь вот я бешенство подбирал. Так, стоп, не понял. Что за жесть? Так... Может быть, что-то определенное сделать нужно перед тем, как пытаться пройти в портал. Может быть, всех нужно полностью убить? Сюда нужно. Да тут тоже развилка. Так, это я пошел налево. А, тут еще один портал. Если бы я пошел направо, я бы сюда же и пришел бы. Эй! А, ну я понял намек. Часы у нас есть. Активируем. Пумс. И всего делов. Ужас на всех парах. Название интригующее. Я уже сразу вижу кучу мест, где можно упасть. Как орел в небе. Спасибо за подсказку, я сразу понял уже, что это означает. Значит, нам нужно опять взлетать на нашем платье, на парашюте вверх. Но здесь целая куча мест, где можно очень весело упасть вниз. Возьмем карты, наверное, здесь. Нам вот туда нужно, а как бы нам оттуда выйти нужно или что? Как туда попасть? Но сейчас я попаду вот сюда, вот. Оттуда, наверное, туда, может быть, туда. Ладно, будем по ходу дела как-то разбираться. Эть, нет! В деревяшку уперлась и... Все. Так, как бы мне тогда... Вот так, давай сюда. Стоп, есть. Да, не то, карты. Нужно спиной к стене сразу становиться, чтобы он столкнуть не смог. Лучше получать урон, но зато при этом стоять на месте в безопасности. Не упав вниз. Ладно, правда, мы лечилку с него получить не смогли. Так, сейчас я перелечу туда. Там опасно, надо бежать куда-то наверх, там где-то становиться и... Ну, наверняка нас опять будут бить. Давай, да сколько в тебя стрелять-то надо? Все, потратил все. Что теперь делать? Немножко, пускай восстановится энергия.
Он как-то слишком ловкий здесь был. Карты в него попросту не попадали. Ладно, пока энергия восстанавливается, давайте продумаем, куда нам дальше, как нам вообще быть. Вот здесь вот, допустим, куда? Вот так? О, это там нужно по целой куче пролететь. Это вот, наверное, будет очень сложно. Хотя, главное, чтобы нас не атаковали. Если нас не будут атаковать, и я не запаникую, то все будет хорошо. Просто я паникую, когда меня атакуют. Стоп, тихо-тихо. Я паникую, когда нужно спешить. Качественно я делаю только то, что я делаю не спеша. Когда я спешу, то все, хана. Тут ловушка. Даже сохранюсь. Хотя, наверное, зря здесь сохранялся, это опасно. Но нормально, нормально. Карты. Летит кто-то, нет? Никто не летит. Вон он. Раз, два, три. Есть. Всю полностью магию потратил. Сюда, ну сюда, я думаю, без проблем мы сейчас переберемся. Да слышу я тебя, но здесь я в безопасности. Да-да-да. Сейчас я подожду, пока у меня энергия восстановится, и с тобой разобраться в любом случае придется, иначе, я так думаю, мне там еще поверху придется скакать по вот тем вот, наверное. Поэтому этого лучше уничтожить. Товарищ, а куда он делся теперь? Ладно, мы там сверху, наверное, выйдем. Тогда уже с ним и разберемся. А нет, вот он. Есть, отлично. Так, а вот где я вышел, но я туда не смогу сейчас забраться никак. Высоко. Ой, тут откуда ты взялся? Не было ж тебя тут. Как бы мне взять-то сердечко? Оп. Как-то взял. Так, сюда я никак не заберусь. Да откуда ты опять вылез? Шаг не могу сделать вперед, чтобы не появился новый призрак. Опять энергия закончилась, мана. Нужно ждать, иначе... Да ёпперсы-то! Сколько вас еще? Нужно разобраться со всеми. На самом деле, пускай прилетят сюда, мне здесь спокойнее. Здесь безопасный угол, где меня не столкнут в любом случае. В крайнем случае, я могу просто убежать, спрятаться. Разобраться со всеми, а потом спокойно уже пройти. Ой, сколько ждать, пока энергия восстановится. Ладно, идем вперед. Так. Так, значит, сюда, а потом... Ну, потом вот так по очереди смотреть, чтобы стен ничего не дуло. Меня не столкнуло в сторону. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что такое? Почему я урон получил? До горячего дотронулся или что?
Держитесь. Аккуратно, аккуратно ждем. Полетели. Сюда сохраняемся быстро. Никто не атакует. Отлично. Я тебя видел. Ну что, застеснялся? На. Так, а теперь стоп. Нет, падать мне точно не нужно. Это мы там... мы были. Стоп, мне теперь вот сюда, да? Ага, да, вот так вот вверх мне нужно. Вот здесь может быть сложно. Так, 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 и сюда. Я тебя видел, но я хочу забежать вот сюда, здесь безопасно. А вот теперь давай поговорим. На. Больно? Ага, вот теперь мы в портал, да? Правда, у меня здоровье, только половина, энергии нет вообще, ну что поделать? Безумное заблуждение. Где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Тут лечилки нет нигде. Еще мышка. Мы опять в этом лабиринте, получается, да? Вижу. На. Живой? На. Хорошо. Кстати, как раз ты нас и подлечишь. Так, теперь нужно как-то разобраться, куда нам идти. Давайте, может быть, по левой стороне пойдем. На. О, хорошо, а его прям порубало так. Да? Ну давай, открывайте. Алиса, кидай. Может, тут куда-то нужно спрыгнуть вниз, например, вот. Да нет, зеленая. По-моему, зеленая — это яд. Хотя там такое ощущение, смотрите, как будто там есть куда плыть. Ну, давайте попробуем. Ну-ка. Да, судя по всему, так и надо. На. Да? Так, кислород. Я думал, мы с панцирем, нам нужен кислород, не нужен. Хана. Я думал, черепаший панцирь дает нам кислород. А зачем он тогда нам нужен? Плывем мы вроде с такой же скоростью. Ну ладно. Запомним. Нужно искать места, где подышать. Кстати, мы можем метать ножик. Сохранимся. Дальше. На. А, здесь подышать нельзя.
тут здесь можно. Плохо промахнулся, я по рыбе не попал, тратим время. Да чтоб ты был здоров, не могу по ней попасть. Алиса. Есть. А вот теперь нужно подышать. Где тут было? Не, ну сохраняться я не буду. Хотя, оп, стоп, стоп, стоп. Все равно очень мало здоровья. Таким здоровьем сохраняться, это попросту очень опасно. Неизвестно, что еще впереди. Я два раза кинул нож в Али, в эту самую Алису, говорю, в рыбину, и не попал по ней. Пузырьки, а ну-ка. Может, пузырьки нам помогут. Пузырьки. Так, вот здесь сохранимся. Вроде как приплыли, да? Вот туда подняться и все. Что за стоны какие-то я слышу? Вам так не кажется, ребята? Не слышите какие-то стоны? Подожди, я не могу выбраться тут. Нет, это еще, значит, не все. Там рыбина застрявшая. Ну, ладно. Здравствуйте. Не понял я. Так, по-моему, хана. Или нет? Может, пузырьки эти мне позволят сейчас выплыть? Отлично, промахнулся. Да не могу атаковать, у меня оружие исчезает после броска на некоторое время. Так, стоп, я не очень понял, куда нам теперь-то? Во, вот сюда, наверное, да? Нет, здесь мы только подлечимся, хотя... Так... Да чтоб ты был здоров, кто тут? Куда? Понял, что рыбина какая-то меня атакует или что? Да откуда ты там взялась? Давай, вылазь. Все, сдохла. А где карта делась? Может, утонула? Будем надеяться. Стоит ли мне сохраниться? Я даже не знаю. Давайте сохранимся, рискнем. А, тут как раз здоровье есть. Отлично. О, свет. Какой-то он странный. Красный цвет. Ой, что-то их там многовато. Я даже подумал, не сделать ли мне вот так вот. Это не работает. Во, сработало, отлично. О, то, что нужно, самый сильный пришел. Я того последнего. Ну ладно. Давай еще раз. Ну, дверь открылась, и как открылась, так и закрылась.
Да чтоб ты был здоров! Так, да, иди ты в баню! Как тебя убивать-то? Он не убивается. Открывается и закрывается просто. Так, ладно, тогда просто побегусь. Не знаю, как его убить. Подождите, мне нужно... А, нет, сюда нужно. А, вот сейчас, наверное, откроется как раз, куда я заплыл первым делом, да? Где было сердечко, да. То есть мне нужно бежать обратно, туда нырнуть. А, подождите, я... Ой! Ой-ой-ой, куда мне... Куда, сюда? Пришел там демон? Не знаю. Что-то за вой какой-то или стон. Жесть какая-то происходит. Да кто-то воет. Может мне сюда и упасть туда? А если сюда, то... Это я где сейчас? В какую сторону плыть? Непонятно даже. Ну, сюда, наверное. Пузырьки! Вот. Еще пузырьки. Ага, ну нормально. Как раз примерно куда надо выплыл. Теперь сейчас заплыву сюда вниз. Ага. Я думаю, что такое, куда дальше-то там опять перекрыто. Вверх. Фух, отлично. Отлично. Сохраняемся сразу. Мы твердо стоим на ногах. Я тебя вижу. А раз так, давай мы вот так сделаем. Сработало? Нет, не сработало. Сработало. Демон, демон, сюда быстрее. Да твою ж дивизию, демон, быстрее, пока меня не убили. Демон, ты куда? Куда уполз, демон? Так, бежим к демону. Эй, хана. Да чтоб ты был здоров. Два. Сработало вроде. Демон, спасай, тут еще ты. Так, ну я вообще заблудился, потерялся.
куда-то я пришел, куда нужно. Сюда, наверное, потом спрыгнуть нужно, или... или я не знаю. Посмотрим. Так, а это мы где-то в начале там портал этот видели, да? Запертый. Давайте попробуем спрыгнуть. Так вот я... ой. Ой. А я понял. Ты. На. На. В мутной воде. Действительно, быть рептилией очень полезно. Это намек на то, что мне плыть придется опять, да? Или, или что? Так это вода или яд? Да твою ж дивизию, еще рыбина! Это яд. А слушайте, вот сюда можно пройти. Нам? Или куда нам? Нет, нам, наверное, не туда. Нам, наверное, вот сюда, да? Я хочу с этой рыбиной разобраться теперь. Или она все уж? Ну это понятно, это значит яд, это не вода. Стоп, а мы сюда, а куда? А как же? Куда тут? Бежать по вот этому яду, тратить здоровье? Подождите, нам не сюда, наверное. Нам, наверное, именно вот сюда и... и что? И ничего тут? Туда я, может быть, и успею добежать, но здоровье при этом потрачу. Стоп, а здесь глубоко, и этот все равно яд, да. Допустим, что мне дало то, что я сюда добрался? Да чтоб ты был здоров, ну вот. Дай же мне осмотреться. А, короче, загружусь, если что. Дай пока осмотрюсь просто. Хочу понять, что делать. Эти штуковины неспроста, наверное. Там ничего не видно. А рыбину видно. Еще одну. Спасибо. В любом случае, мне уже загружаться придется. Давайте посмотрим хоть что здесь под водой. Да чтоб ты был здоров, я только... эй! А, почему меня сохранило в этот момент? Что случилось-то? Вылези, вылези, твою ж дивизию. Почему при загрузке сразу же меня атакует рыбина? Так, подождите, давайте отойдем куда-нибудь... вот сюда, сохранимся вот здесь еще раз. Вот так вот. Тут некуда плыть. Тут нечего сделать. Тут... тут что-то нужно придумать, а я не понимаю, что...
Ну, куда нужно плыть по-любому, потому что больше тут в принципе вариантов нет. Тут, наверное, на то и рассчитано, что нужно быстро вот так вот... Туда-сюда. Так, сохранись. С рыбиной разобраться нужно. Есть, хорошо. Тут еще одна будет. Так, еще минус одна. Той, по-моему, тоже уже нету, да? Отлично, отлично. Алиса, стой! Так. Вроде там можно проплыть куда-то внизу, но других вариантов я вообще не вижу. Абсолютно. Поэтому ныряем вниз. Да я ж тебя убил! Только что! Да... Сдохни, тварь! Так... Нет, ту лечилку брать не буду, иначе больше здоровья потеряю. Алиса, хватит скакать! Залезь туда! Но это, наверное, сейчас опустится вниз. Что-то я активирую, может быть, этим. Либо нас, наоборот, вверх сейчас подымет. А, я поднял уровень... Давай, рыбина, где ты? Еще одна. На. Слишком у тебя язык длинный. Длинный язык до добра не доведет. Так, а теперь мне обратно, наверное, нужно вернуться. Посмотреть, что там. Так, ну мне дольше плыть придется. А, стоп, так нет, это не понял, это яд или не яд? А, открылась крышка. Да, стоп, подышать, совсем забыл я. Да. Стой, Лиса, запрыгни вот сюда. Там нужно что-то сделать, это как уровень головоломка, в общем, теперь нужно плавать. Эти поплавки будут подниматься в итоге вместе с уровнем воды и открывать нам новые трубы прохода. Еще запомнить только где, куда, когда. Вот сюда нужно забраться. Нам нужно оттуда выплыть. Так, ну ладно, ныряем тогда. Дырка я видел. Вон она. Тут тоже. Ой, налево-направо, я не знаю. Поплыли сюда. Уже почти вынырнули. Дыши. Теперь как-то потянуться бы вверх. Давай. Стой. Сохранись сразу, фух. Так, нам бы подлечиться, потому что... Так это, подождите, это яд или вода? Я не понял, потому что я ведь уже нырял сюда и получил урон просто так. Или, может быть, меня била рыбина, а я не замечал? Так это вода тогда получается. Ладно. Теперь мне вот туда нужно. Быстро. Сохраняемся и будем пить рыбину. А, меня убили. Лечимся.
Ой, сколько хвостов! Да вы что? Это жесть! Лиса, выберись как-то... Нет. Ну что за жесть? У меня нет здоровья, ничего не могу сделать сейчас. Никуда не могу залезть, ничего не могу. Мне нужно просто хоть куда-нибудь сейчас забраться, где я могу просто встать на ноги. Фух. Так, сохраниться. Мне нужно избавиться от рыб, иначе все, хана. Да-да-да. Где ты? Так, минус одна. Ёлки, я зачем я сохранился, не знаю. Сохранился с нулем здоровья. Один удар, и я мертв. Один удар, и я мертв. Можно как-то поплавать понизу, попытаться собрать там здоровье, но рыба... Ты проблема, рыбы. Так, они где-то там сейчас тусуются. Давайте пробуем здесь подлечиться. Так. Снова сохранимся. Я не знаю, может быть, если я заплыву туда внутрь, они за мной не поплывут. Но кто его знает. Попробуем? Не знаю. Пузырьки. Вот это хорошо. Куда? Налево, направо, не знаю. Не сюда, но здесь пузырьки, по крайней мере. Так, вниз или куда? А, черт. Ну, тянет. Вот эти вот вентиляторы тянут. Я не могу вверх сейчас подняться. Да чтоб ты был здоров. Тут надо загружаться. Они притягивают к себе и ничего не поделать. Очень сильно тянут. Тут нужно заранее просто от них как можно дальше держаться. Но, получается, сработала тактика занырнуть сюда по-быстрому. Давайте сохранимся здесь уже, перед пузырьками. А теперь мы знаем, что нужно налево. Держимся повыше, повыше. Так, теперь здесь. А, вверх. Меня что, перерезало? Ёлки-палки, жесть, как сложно тут. Да что ж такое-то? А в старые игры играть исключительно на самом маленьком уровне сложности. Сохранюсь сразу здесь, на всякий случай. Есть. Лиса, залезь, залезь сюда. Фух. Жесть. Так, хорошо, хорошо. Давай, давай наверх, туда, где рыба не достанет. Сюда ведь не доплюнет? Доплю, да, чтоб ты был здоров. Так, вот сюда не доплюнет. Там есть лечилка. А мне туда просто пробежать? Или мне нужно именно нажать? И что? Давай, давай, давай. Хватайся, твою ж дивизию. Хана. С какой стороны рыбина будет атаковать? Отсюда? Так, сохраниться, сохраниться, пока мы уже тут. Надо загрузиться. Здоровье нужно экономить максимально, потому что у нас так на один удар тут. Тихо, ты еще живая, да, рыбина? Не вижу ее абсолютно. Вон она вроде. Их тут целая куча. Да чтоб ты был здоров. Опять сохраняемся, вроде рыбину я ударил, буду сохраняться после каждой атаки рыбину. Так.
есть минус одна рыбина. Еще одну нужно. Может быть, тогда стоит нырнуть и подлечиться там. Вон она. Давай, 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 рыбина, давай, иди сюда. Вон там еще одна, елки-палки, подлечиться не получится у меня никак. Меня убьют до того, как я успею до лечилок доплыть. Или рискнуть? Ну, в принципе-то я ведь сохранен, так что можно сейчас рискнуть. На! На! Того нужно. Нет, промахнулся. Черт, плохо. Задохнусь. Оп. Алиса, да что ж ты не залазишь, да? Как залезать, не знаю. Из воды она иногда выпрыгивает, иногда не выпрыгивает. Давай. Елки-палки, теперь она не хочет вообще залазить. Хана. Да не, в общем, загружаемся. Мне такой не нравится вариант. Ну его в баню. Не буду я лечиться. Это... Я потом не знаю, как выбраться сюда просто. Я потом останусь в воде плавать до бесконечности, и все. Она просто не захочет выбираться обратно. Фух. Так, сохраняемся здесь. Смотрите, вот это вот опять меня поднимет уровень воды. Туда запрыгнуть. Может не ждать, а быстренько. Раз, два, цепляйся. Нет, еще раз. Да чтоб ты был здоров, не прыгает. Да чтоб ты был здоров, долблю по кнопке прыжок, она не хочет прыгать и все. Давай. Мне по-любому туда, потому что больше некуда вроде бы. Больше не торчит здесь никакая труба. Так что по-любому туда. Вода высоко так не поднимется, так что заплыть туда не смогу. Мне нужно именно с вот этой штуковины запрыгнуть. Или... Так, а что если сделаем так? Да чтоб ты был здоров-то! Алис, ты можешь прыгнуть, когда я нажимаю кнопку прыжок? Просто не хочет прыгать. Слушай, ребята, я не знаю, как здесь пройти. Меня просто убивают и все. У меня здоровья нет. У меня просто нет здоровья. Мне нужно туда попасть, чтобы подлечиться. Либо как-то пытаться все-таки что-то сделать с этими рыбами. Где там они? А они... Вон они. О, получилось прям в воде шикарно. Даже сохранюсь по этому поводу. Если вторую так же смогу сделать, будет шикарно. Так, нет, нужно загрузиться тут. Тратить здоровье ни в коем случае сейчас нельзя. Где она, где она? Ну, где ты? Но я ее не убил, потому что не появилась с нее лечилка. Вон она.
достает. А что ж мне сделать-то? Ну, не знаю. Ладно, давайте попробуем нажать на кнопку, обратно сюда перепрыгнуть. Стой! Ну куда ты? Да что? Ла, здорово, Анис, ты можешь прыгнуть туда, куда я говорю прыгнуть? Стой, стой, хотя бы вот так. Хотя бы вот так вот. Уже лучше. Стоп. А, так оно, вот так я теперь смогу. Ну-ка. Есть. Беги-беги-беги быстро. Лечилки. Сохраниться срочно. Фух, так, хорошо, опять под воду, а куда? Туда? Прямо? Или... Нет, вниз. Ой, плохо, рыба. Ой, как это я обратно? Ёпарасто, мне не сюда нужно по-любому. Ладно, мне нужно не сюда. Тут опять лабиринт какой-то, понять, куда нужно. Тут рыба. Причем две сразу. На, на. Так. Так, хорошо, хорошо. Теперь мы... Теперь мы здесь сохраняемся. Давайте определять, куда нам нужно. Если я поплыву сюда, то приплыву, ну, опять-таки, в начало. Толку. В эти трубы мы уже заплывали везде. Да чтоб ты был здоров, опять мне что-то жрет. Поплыву в другую сторону, выплыву просто с другой стороны. Толку. А, вот это вот? Или нет? Нет, мы здесь не были. Кажись, нашел я, куда нужно. Фух. Пиковый лабиринт. Но главное, из вот этого выбрались, водяного. Там было сложно и вообще жесть. Тут, наверное, опять с картами что-то будет. Но опять-таки лабиринт. А ну да, то мы выбрались опять туда, где... Ну, примерно туда, где мы были. В этот сад. И... Куда нам дальше? Вон... Да? А, теперь вот так вот скакать по вот тем вот, чтобы попасть вот туда. Нас никто не пытается убить. Но вроде бы не пытается никто нас убить. И что ж, ребята, давайте здесь мы с вами тогда уже на сегодня прервемся. Нам нужно еще дальше проходить лабиринт, а потом уже, видимо, предстоит встреча, собственно, с королевой. Поговорим мы с ней по душам. Я думаю, это будет непросто, но в любом случае очень интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока!